Дворец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбино мио. Ладно, пока, мама. Of the invading Nazi forces. Soviet troops marched into the capital city and battled fierce resistance to expel. January 16th, as they pushed back the Ardennes offensive, which was launched by Nazi troops in December. New reports indicate that the German armor has been left in pieces as the Allies continue their march toward Berlin, and victory gets even closer to fruition. For Press Radio News, I'm Lowell Harris.
открой, тянет. Чё надо? Ну, я ищу мистера Папаларда. На? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папаларда к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли. Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь — получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего — получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Да уж, это будет ну очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Ну, ты все? Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбаро. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы, все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь гребаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а?
Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот он. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да уж, это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Я собираю плату за услуги парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. В следующий раз не затягивай, ага? Спасибо. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот, я не хочу проблем. Не откладывай на последний день. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты, уродец! Еще есть грёбаные претензии насчет грёбаной стрижки. Нет, этот уже был.
Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо, сказал, что ждет тебя у Фредди. Ты же сделал работу. Передохни, ты заслужил. На сегодня у меня все. Больше пока ничего для тебя нет. На сегодня у меня все. Remember, you can make a difference.